Знаешь, не в курсе. Это дороже машины. 300 миллионов пикнили, кстати. Жестко, да? Ну там его хватает, насколько. И он, ну, как бы, все реально качественно, все крепко, все, все механизмы, все крючетка. Что движение реки снимаю. А прикинь, так вот снять и чисто потом на заставку, знаешь, поставить на заставку. Куда поставить? На заставку на рабочий стол. Чисто вода такая течет. Там в этом в стиме есть, знаешь, этот Wallpaper Engine. И там можно, ну, типа, живые обои на монитор ставить. Стоит $2, по-моему. По-твоему, рублей 120, наверное, 160, что-то такое. Хотя... Я, наверное, все-таки сзади залило, да? Сзади? Здесь вот. Не, на куртку, на мой, да, здесь на ближе. Ну, там немножко такие песчаные такие крошки. Это. Ну что, как думаешь, куда еще поедем? Домой, наверное. Да? Больше не хочешь туда прокатиться?